Здравствуйте, зрители ТВ-канала! Сегодня вы увидите видео, как я буду закармливать сахарным сиропом наших пчелок. Мы готовимся уже к зиме. Если мы их удачно закормим, сейчас тепло, последняя декада августа, то пчелки перезимуют на все 100. Ну и все этапы вы увидите сейчас. Так у нас вот греется вода. Кипяченая уже, подогреваем ее до кипятка. Вот, будем использовать потолоченный василек и кормушки. Сахар подготовили, вода, бетон. Ну, остальное вы увидите в процессе. Вот так мы засыпали сахарный песок. Бурлит вода. И сейчас будем смешивать это все, делать однородную консистенцию. И будем закармливать сироп. Этот сироп 1,5. Вот так мы набрали в пакеты сироп. И будем сейчас раздавать. Вот так мы раздаем пакетики с сиропом семьям. И вот они уже выбирают потихонечку. Можно будет сделать небольшую дырочку, чтобы они лучше выбирали. Возьмем еще, потрекаем, сделаем немножко дырочек вот так. Раз, два, стимулирующие. И вот тут, одну, вторую, чтобы они выбирали сироп. Сочится капелька. И вот такими порциями по 10 литров они получат 2 раза. И за 2 дня мы сможем их выкормить на зиму. Плюс у них в гнезде еще килограмм 15 меда осталось. Всего будет 25-27 килограмм. Вот так мы даем следующей семье сиропчик. Ставим вот так поилочку, василек, открываем крышечку. Мы набрали вот сиропчика, пчелки вот так выбирают. Вот на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!